И о спорте. Приятная новость для любителей хоккея. В эту субботу в Северодвинске стартует новый 7-й сезон ночной хоккейной лиги. В этом году он посвящен легендарной хоккейной суперсерии СССР-Канада 1972 года. Поморье представит в новом отборочном этапе 7-го Всероссийского фестиваля по хоккею среди любителей 5 команд в дивизионе «Любитель 40+» и 8 в «Любитель 18+» Лига Надежды. На ночную хоккейную лигу приедут игроки из Архангельска, Новодвинска, Котласа, Вельска. Будут и хозяева льда – северодвинцы. На открытие лиги приедет легендарный советский хоккеист, олимпийский чемпион Владимир Мышкин. Все игры пройдут на льду в арене «ФОК Беломорец». Начало 28 октября в 14 часов.